Привет! Ну что? Да. У меня здесь друзья живут в 14 подъезде, да? Депрессия. Нет депрессии, жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна, но депрессия. Жизнь депрессивная. Нет. Просто нет рядом людей, которые могли бы снять депрессию. Это точно. Рядом всегда должен быть человек, который будет тебя поддерживать, неважно в какой ситуации. Тогда не будет никаких депрессий. Который будет хотя бы тебе давать частичку твоей, ну, тепла. А где такого человека найти? Ну, где-то надо искать. Он сам тебя найдет. Любое, ну, любое общение с человеком, который тебе даже, наверное, хоть чуть-чуть нравится, близок, дорог, может. Когда найдется такой человек? Может, они есть рядом, просто ты не замечаешь. Я не говорю прям, что человек прям должен, ты должен его любить. Просто даже некое общение выводит из депрессии. Ну да, это да, это точно. Да, общение с людьми, которые тебе, ну не знаю, мне помогают. Просто пойти погулять, просто пообщаться, просто поговорить. Уже легче? Да. На тот момент, пока общаешься. А потом приходишь и снова начинаешь депрессировать. А ты не депрессируй, ты как-то развивай дальше эти моменты. Ага. Как-то думай о хорошем, там, ну, вспоминай. Я всегда, когда начинаю вспоминать хорошие моменты, мне всегда, я всегда улыбаюсь. Ну да, тоже. Я всегда улыбаюсь, потому что хорошее должно быть больше, оно должно оставаться. Как бы не было в будущем, но оно же было хорошее. Когда его вспоминаешь, депрессия проходит.